И всем привет, дорогие друзья, с вами, как обычно, дриллер «Русская рыбалка 4», и в последние несколько дней самым популярным вопросом является, где лещ на Старом Остроге. Я непосредственно нахожусь на Старом Остроге, и опять же, друзья, несмотря на то, что здесь ловит 261 игрок, по крайней мере, в данный момент, где ловить леща на Старом Остроге, это самый популярный вопрос. И чтобы не отвечать каждый раз одно и то же, что на 23.46 клюет лещ, приходите, ловите. Давайте запишем все же видосик и покажем, что лещ находится на координатах 23.46. Итак, выдаем Старый Острог. Координаты 23.46. По карте находится в квадрате С5. Выходим с базы налево, и мы на координатах. По клипсе, друзья, я пробовал здесь уже разные клипсы, 15-ю, 20-ю, остановился на 15-й, потому что на 5 метров быстрее как бы доставать рыбу, да, а клюет, в принципе, так же. Наживка перловая каша. Прикорм самый обычный на леща. То есть ничего сверхъестественного. Я, как вы можете заметить, ловлю на своем аккаунте Driller Feeder, вот. Поэтому здесь ни ПВАшек, ни топовых снастей, ничего нет. Сейчас рыбку достанем, я вам покажу снасти. Ну и попробуем ночку отстоять на данных координатах. Посмотрим, что удастся поймать. Возможно, получится поймать что-нибудь интересное, но это, как говорится, не точно. Я, друзья, на этих координатах уже стою достаточно долго. Не знаю, порядка 5-6 часов. Давайте посмотрим. Да, почти 6 часов. Но это, друзья, очень фоновая рыбалка. Я не отрыбачил нормально ни одну ночь. То есть можете заметить, здесь вот перерывы, вот 40 минут, к примеру, почти был перерыв, я не был около ПК. Я на самом деле занимался своими делами, иногда подходил к компьютеру и доставал. И за 6 часов, ну, у меня 77 зачетных хвостов. Опять же, друзья, посмотрим, сколько за ночь я поймаю. Но давайте учтем тот момент, что я на точке уже 6 часов нахожусь, и у меня уже порядка 70 хвостов. То есть клев не обещает быть прям активным. Суперактивным каким-то, да? Вот, по сборке все просто. Это у меня Express Fishing Asteria с прочностью 7,8 кг всего, самый дешманский фидерочек. Спутник Element Pro 4000, ну, шнур 7,2 у меня стоит. 40-граммовая кормушка и прикормочная смесь, как я уже говорил, на леща. Да, получилось сделать качество 10 из 10, но до этого я ловил с качеством 6, 7 и 9. А это просто уже остатки, как говорится, сладкие. 6,4 покупной, замечу, покупной флюорокарбоновый поводок и первый номер крючка. Ну и, как я уже говорил, каша перловая. Я, откровенно говоря, попробовал половить здесь на чесночное тесто, кашу гороховую. Но, честно говоря, клев оставляет желать лучшего на эти наживки. Да и в чате, как можете заметить, люди спрашивают, какая клипса, на что ловить и т.д. и т.п. И, наверное, в 100% случаях это, собственно, пишут перловка. Поэтому ловим на перловку, особо не паримся. Еще раз повторюсь, координаты 23.46, кто вдруг не услышал. Квадрат по карте С5, сборочку только что показал. Каша перловая, прикорм самый обычный на леща. Единственный момент, друзья, опять же заметьте, прикорм у меня заканчивается, поэтому имеет смысл сходить и прикупить прикорма, чтобы ночку хоть одну полноценно отстоять, потому что, несмотря на то, что я тут достаточно долго, я ни одну ночь нормально не отловил. Я то днем приду, то полночь, то 2 часа ночи, достану там 3 рыбки и опять ухожу от компьютера. В общем, давайте, сколько? Ну, грубо говоря, вот, я начал 2 минуты назад, посмотрим, что удастся поймать за ночь. Да, есть, конечно, незачетная рыба, я тут порезал уже достаточное количество на мясо. Вот. Но в основном, друзья, может быть, конечно, мне так повезло. Но в основном, смотрите, а еще, кстати, есть на мясо. У меня клевали лещи, которые свыше 1 килограмма. То есть зачетные, нормальные лещи, как можете заметить. Они абсолютно все нормальные. Единственное, вот первый какой-то, а не первый, второй, кстати говоря, лещик, 800 грамм, достаточно мелкий. Да, конечно, порезал много на мясо. Но, тем не менее, рыбалкой своей я, наверное, более чем доволен. С учетом того, что я очень фоново рыбачил. Мне кажется, результаты, в принципе, будут хорошие. Но и опять же, еще раз повторюсь, да, я знаю, я много повторяюсь, что результаты этой ночи будут не выдающимися. Почему? Да потому что 6 часов на точке. Я не сделал ни одного перезахода,
я не делал абсолютно ничего. Сейчас быстренько прикорм покупаю и возвращаюсь обратно на точку. Прикорм готов, давайте ставить его на наши донки. Я, кстати, вам забыл, друзья, сказать, на какую оснастку я ловлю. Сейчас покажу. Хотя что показывать, оснастка паттерностер. У меня не прокачана петлевая оснастка, у меня оснастка паттерностер. Она у меня прокачана на все 3 очка. И петлевой оснасткой я, к сожалению, не пользуюсь. Она у меня, по-моему, даже не открыта, если честно. Я не помню, конечно говоря. Но, по-моему, у меня не открыта петлевая оснастка. Поэтому паттерностер лещ клюет. Трофеев неоднократно уже закрывал. Лещей я имею в виду на данную оснастку. И не могу сказать ничего плохого про нее. Потому что, ну, действительно, рыба-то ловится. Оснастка паттерностер, как можете заметить. И петлевая у меня не прокачана. Нужно еще буквально 1,3%. Здесь, по-моему, тоже прикорма нет, поэтому нужно его сразу поставить. И уже, в принципе, будем полноценно рыбачить. Хоть одну ночь, я надеюсь, здесь отрыбачу достойно. То есть всю ночь буду находиться за компьютером и ловить. И надеюсь, конечно же, на трофейного леща, но все же. 6 часов стою на точке. Кстати, в чате проскакивает трофейный лещ достаточно часто. Конечно, проскакивают и не трофейные лещи, причем много. У меня у самого на 4 килограмма, если я правильно помню, есть один лещик. Давайте посмотрим по массе. Да, 4 килограмма. Кстати, даже попадалась одна густерка. Ну, кстати, и карпы попадаются. Карп чешуйчатый. Не знаю, где ребята ловят его. Возможно, это опять же 35-58. Не знаю, какая-то локация точнее. Но карпики тоже попадаются здесь. В чате я имею в виду. Возможно, кто-то ловит на тесто чесночное, либо кашу гороховую, и потому что используют такие наживки, попадаются им какие-то карпы. У меня, кстати, ни одного карпа нет. У меня исключительно лещи, вот одна густирает. Вначале еще рыбалки, наверное, да, она попалась. Да, практически 6 часов назад. В общем, друзья, будем рыбачить. До утра у нас еще есть время. В садке еще есть 20 вакантных мест. Посмотрим, что удастся поймать мне. О, вот это достойная поклевочка. Не могу сказать, что это прям трофейная какая-то рыба. Но достойная поклевка. Вот он, красавчик, смотри какой. 2 килограмма? Серьезно? Блин, я думал, будет покрупнее лещик, откровенно говоря. Ну что ж, друзья, по всей видимости, это крайние поклевочки на сегодня. Потому что садок у меня полный практически. 97 хвостов уже. 3 поклевки есть. Думаю, что это будут действительно крайние. За ночь, друзья, клюнуло всего 2 леща от 500 грамм. Ну, то есть мясных. Больше мелких не было. Несмотря на то, что я как бы долго, да, уже на точке рыбачу. В основном клюет хороший лещик. Так что действительно, друзья, 23,46. Думаю, действительно, стоит вам зайти и половить лещика. Смотри, 3300, отлично. Это мы забираем. Достаем еще 2 лещика. Я надеюсь, что 2 лещика, потому что я тут смотрю в чате, амуры, блин, а карпы достаточно крупных размеров проскакивают. Еще один лещик. И кто у нас финальный будет? Финальный, скорее всего, тоже лещ. Поэтому отлично. Полный садок лещей. Да, конечно, за достаточно долгое количество времени, но за ночь, смотри, что за ночь, сколько. А получается, я отстоял 29 минут, ну ровно полчаса. 2 только лещика, которых до килограмма. Грубо говоря, 27 зачетных лещей за ночь. Ну не за ночь, за полчаса. В принципе, время 9 часов, я думаю, еще можно пару часиков, я имею в виду игровых, постоять и половить нормально леща. Но ввиду того, что полный садок, идем продавать и смотреть сколько. Но 27 лещей это немного, монет может быть 100-150 будет. Но опять же вспоминаем, сколько я стою на данных координатах уже. У вас результат может быть действительно гораздо круче. Так что заходите, пробуйте. И естественно вам трофейных лещей, а также трофейных амуров, коих смотри сколько заказов. Амур 1, карп от 11, амур от 15. Ну ладно, ролик-то может кто-то смотреть и в записи через несколько часов, поэтому... Заказы в кафе, ну такое. Итак, смотрим, что за ночь у нас. 30 минут. Это 138 монет.
Ну, в принципе, неплохо, с учетом того, как я уже говорил неоднократно, 6 часов 20 минут на координатах. Так что лещ, как говорится, найден. Опять же, друзья, хочу сконцентрировать ваше внимание, что лещ найден не мной. Я только вам показываю, где в данный момент можно половить леща. Так что заходите, пробуйте, и трофейные вам рыбы. Ну и за 6 часов рыбалки у меня выходит всего 538 монет. Это, как говорится, немного. Но это очень фоновая рыбалка, друзья. Так что, в принципе, своими результатами я доволен. Если понравился ролик, не забываем, друзья, ставить лайки, а также подписываться на канал, а также оставляйте свои комментарии. Были ли вы на точке, сколько поймали, есть ли трофейные лещи, да и вообще в целом, как отрыбачили. На этом же, друзья, у меня все. С вами был, как обычно, дриллер Русская Рыбалка 4. Вам трофеев и до скорого, друзья.